Друзья, еще раз всем привет! И сегодня на замечательном мероприятии в клубе «Гоголь», но не «Моголь», на мероприятии под названием «Струны сердца» мой собеседник сидит рядом, Володя Черноклинов, юный гитарист-виртуоз. Он, кстати, участвовал в третьем сезоне шоу «Голос дети», поэтому все юные поклонницы Володи, лайкайте видео и подписывайтесь на нас, на наш канал. Володь, у меня для тебя такой вопрос. Вот сегодня тема вот этого всего мероприятия здесь – это фонд помощи бездомным животным. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что бездомным животным надо в первую очередь помогать и найти им как бы хозяев. Но если в такой момент это не получается, надо обеспечить им хорошую жизнь в, как сказать, в безопасной среде для них. И обеспечить им хорошее проживание и еду, чтобы они не умирали и жили долго и счастливо. А прописку, может быть? И прописку тоже. Но когда хозяева будут с московской пропиской. Отлично. И паспорт нужно завести. И паспорт обязательно. Вот, Володь, по этому поводу, вот какие ты сегодня будешь играть композиции по поводу вот этого всего мероприятия, что ты бы хотел этими композициями выразить? Одна из известнейших композиций сегодня прозвучит, это «Адажио Альбинони». Это, так скажем, грустная очень песня, там, если животное умирает от какой-то болезни, ну, допустим. Это будет звучать в этом. Будет и новое произведение. Я сделал попурри из западных песен, самых знаменитых. Это «Адель Калифорния», «Европа The Final Cantal» и много-много другое. Услышите. Ничего себе! Слушай, вот это реально круто. Ну, а что непосредственно ты хочешь сказать этими произведениями про вот этих собачек, кошечек? Там, ну, в принципе, в основном про собачек. Естественно, жалеть или не жалеть, или давать добро или не добро на заведение в доме своем собаки – это дело каждого человека лично. Но, в свою очередь, я бы хотел поддержать бездомных животных и хоть как-то им помочь. Может быть, стоит им построить моднейшие отели для их проживания, для того, чтобы они там жили, веселились, там и все дела, кормежка. Конечно, там хаус трехэтажный с мерседесами и с личными водителями. Слушай, вот это действительно отлично. Но и еще такой вопрос. А ты слышал про то, что в Орле установили памятник Ивану Грозному? Нет. Ну, хорошо, ладно, если не слышал. А ты считаешь, как это, правильно или нет? В Орле Ивану Грозному, это вообще в тему. Ну, вот как ты считаешь вообще, как бы, Иван Грозный нынешней России, как бы, ну, какой-то символ. Как ты считаешь? Может быть и правильно, потому что раньше все было... Блин, даже не знаю, как это сказать. Но он был грозным, поэтому нужно наводить порядок, да? Надо наводить порядок, конечно. Вот. Во всей нашей стране. Да-да-да, вот это правильный ответ. Володь, ну и расскажи, пожалуйста, какие ближайшие у тебя планы на будущее и какие мероприятия, которые могут посетить твои поклонники и поклонницы? Даже не знаю, у меня пока нет запланированных мероприятий. Пока учеба. Пока. Ну как? А на радио не собираешься появиться? Конечно. Кстати, будет на радио «Маяк». Будет эфир. Дай угадаю, 6 числа. Да. С Дмитрием Четверговым, да? С Дмитрием Борисовичем Четверговым. Раскусили. Ну расскажи, как ты видишь это мероприятие? Очень хорошо и прекрасно. Мы с Димой будем играть вместе и по отдельности, мне кажется. Поэтому слушайте, приходите. На радио прийти будет сложно, поэтому надо сказать, дико слушайте. Дико слушайте вообще. Например. Дико слушайте радио «Маяк». Что? Ну и что ты еще хочешь пожелать своим фанатам и поклонникам? Желаю всем своим фанатам и поклонникам счастья, здоровья, благополучия и подписаться на ваш канал. Вот это ответ! Спасибо, Володя! Рок-н-ролл, ребята!